В этом году пионерская организация исполнилась 29 лет. В честь этой знаменательной даты на площадке Центра творчества детей и молодежи Солигорского района прошел районный праздник «Салют пионерскому галстуку». На сбор приехали делегации всех пионерских дружин района, которых сегодня насчитывается порядка 30. На мероприятии присутствовали педагоги-организаторы, ветераны пионерского движения, а также почетные гости. Им выпала честь поучаствовать в традиционной церемонии посвящения лучших октябрят в пионеры. После торжественного обещания пионера красно-зеленые галстуки были повязаны воспитанникам 4-й школы, а новым пионерским делам на благо Родины был дан старт. С волнительным и долгожданным событием детей поздравили творческими номерами артисты Центра творчества. Не обошлось на празднике и без приятных новостей. В Белорусской республиканской пионерской организации появился новый символ. Его зовут Вогник. И мы надеемся, что он принесет удачу нашим пионерам в совершении новых добрых дел. Слово «пионер» во все времена означало быть первым, быть примером в учебе, труде и поведении. А что оно значит для подрастающего поколения сегодня? Быть пионером значит быть отзывчивым, помогать всем, кто в беде. Быть пионером значит никогда не сдаваться и выходить из любой ситуации, быть на позитиве. Быть всегда первым, быть сильным, быть смелым, никогда не унывать, любить школу. Школа – это для нас свет, это мир, дружба, которая открывает много всего интересного. Показать пример нашей молодежи про добро, честность и справедливость. Помогать младшим, помогать старшим, стремиться к учебе и уважать традиции. Учить каждого быть дружелюбным.